Киевский писатель, журналист и сторонник канонической Украинской православной церкви Ян Таксюр получил российское гражданство. Церемония вручения паспорта прошла в Видновском историко-культурном центре. Ян Ильич Таксюр открыто выступал против действий киевской власти, а также выражал поддержку канонической Украинской православной церкви, защищая единство русского православия. За эти взгляды он провел 5 месяцев в украинской тюрьме. Торжественное мероприятие по вручению Яну Таксюру паспорта гражданина Российской Федерации открыл первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Я надеюсь, что у вас еще остались жизненные, могучие силы для того, чтобы продолжать вашу православную деятельность для укрепления дружбы, добрососедства и доносить для всех слоев населения вот ту идею, которую вы в своем сердце принесли за все это время. В мае 2023 года в результате обмена военнопленными писатель прибыл в Россию. Ян Таксюр получил российское гражданство при содействии святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Началось с моего письма, которое я написал, будучи под судом. Святейший патриарх ответил на него. И все началось именно с этого. Прошло меньше года, я оказался на свободе. Огромное спасибо тем, кто сегодня присутствует здесь, люди, которые меня освобождали. Низкий поклон всем, кто молился о моем освобождении. Новый гражданин Российской Федерации планирует продолжать просветительскую деятельность, направленную на продвижение идеи русского мира и поддержку православия.